На всякий случай я проверил. И большее число кластеров. Нет, скачок действительно здесь достигается. Два кластера. Поэтому перезапускаю это кластерное решение и сохраняю два кластера. Сохраняю метод, оставляя тот же. Сохраняю двухкластерное решение. Статистика мне больше не нужна. Поскольку сложнее метод, поэтому дольше работает алгоритм. Но результат получен. Запускаю описательную статистику. В первом кластере 1304, во втором кластере гораздо больше. Это очень интересный результат. То есть часть людей с нулями попала во второй кластер. Чтобы об этом убедиться, я создал дополнительную переменную polytect. В этой переменной просто суммированы единицы, то есть это сумматорная шкала. И можно через crosstab посмотреть, как соотносятся кластеры полученной модели и эта сумматорная переменная. Вот так мы видим, что 921 человек попал в второй кластер и остается доминирующим в этом кластере. То есть и здесь доминирует профиль нулевой, и здесь. Пожалуй, такое решение нам не подходит. Сделаем такой же кросстаб для первой модели, которую мы получили на size difference. В первом кластере опять-таки нули и кроме того сюда попали еще и люди, у которых один ответ про активизм положительный. Также, что очень важно, сюда попали люди, у которых 6 единиц. Такой вариант нам тоже абсолютно не подходит. Возможно, что дело в методе объединения. Попробуем поменять within group на between group. Меняю.